Территория не повышенной опасности, а повышенного внимания. Двор десятиэтажки на Паловском тракте 283 – большая строительная площадка, где только готовятся к работе. Сюда идет программа комфортной городской среды. Избавить жильцов от устаревших покрышек, установить детям современные игровые комплексы, расширить дорогу и залатать дыры. Представляете, вот дворнику, как вот было подметать, когда все яме на яме было. Это все вручную. Сейчас хоть вот он метелочку взял, раз быстренько все подмел, все красиво и хорошо. Под руководством Юлии 24 двора. Обновить осталось 4 из них. Спустя 5 лет реализации в крае программы комфортной городской среды дома конкурируют за включение в нее. 5% софинансирования от жильцов, плюс федеральные деньги и суммы из краевого и муниципального бюджета. Если несколько лет назад, лет 10 назад, это были более, скажем, простые программы, то есть это было просто асфальтирование, сегодня это более точечная стройка, более комплексная. Конкретно наш дом 4 года было голосование, не хватало 1-2-3%. Угу. Вот в прошлом году, наконец-то, мы, не знаю, может быть, люди поняли, может быть, мы донесли все-таки правильно. Уже примеры же увидели, уже столько дворов сделано. Примеры. На сторону жильцов стали и предприниматели, проголосовав большой площадью за ремонт. Обновление двора – вопрос, в котором заинтересованы все. Ход работ проверяют губернатор Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк. Важность проблемы в том, что посажена поликлиника, у нас и вот это движение, объем машин, поэтому вам надо на следующий год выиграть 7-й дом, а в этом году сделать следующий. За 5 лет реализации комфортной городской среды на Алтае благоустроили больше 200 общественных территорий и больше 1000 дворов на общую сумму почти 4 миллиарда рублей. Там появились 900 современных детских и спортплощадок, больше 200 парковок, 10 тысяч скамеек и урн. В этом году работы проведут в Бийске, Рубцовске, Змеиногорске и многих других городах и селах. В очереди 127 дворов, 63 из них в Барнауле, нуждающихся в разы больше. Где-то 300 дворов – это возле домов, с которыми надо разбираться, они аварийные или уже ветхие дома. У них будет перспектива дальнейшая. Вот. Ну а таких, где надо было бы руку приложить, уже это еще сотни и даже больше 1000 дворов. Не только в Барнауле, но, конечно, по всему краю. Это один из наших приоритетов. Это очень чувствительно для жителей края всего. И поэтому не откликнуться на эти потребности невозможно. Благодаря программе в краевой столице обновили почти треть всех внутридомовых участков. А из 63 дворов этого сезона в третьи работу уже завершили. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком.